меч, пенсионат, худмиза мари, жукама каса, ирам облигация венжим. Și la rândul lor, într-adevăr, ne dădem seama că o să fie foarte dificil, vânt. Terenul deja nu e așa cum vrem noi să fie el, dar așa sunt regulile jocului și înțelegem că și în continuare o să fie tot mai greu și mai greu din privința aceasta, dar am rămas mulțumit de încredere băieților între cei că noi oricum până la urmă învingem. Asta se simțea și la cei care au ieșit pe teren și la cei care erau pe bancă împreună cu staful tehnic. Asta eu nu știu cum de lămurit, dar asta eu o simțeam și vedeam numai una, nici o șansă pentru ei. Ea vine șansa dacă crezi în asta. Încă o dată le mulțumesc băieților. Jocul ca jocul, dar anume de, nu știu cum să traducem noi în română corect, dar ce spunem, duh победителя, anume jocul este așa demonstrat că suntem pe calea cea dreaptă și anume pentru aceste jocuri și se formează acest spus, așa spus, duh победителя. Почему такую команду у вас получилось играть буквально последний матч? Почему довели до такой критичной ситуации? Ну, я объяснил то, что мы сейчас можем разбирать. Были возможности, не реализовали, но сказать, что их было огромное количество, тоже квалифицированные игроки, те же молодые игроки, которые у них играют, все играют по молодежным сборным, которые считаются у нас на перспективными, одаренные ребята. Иностранные футболисты мне показались тоже довольно-таки хорошего уровня. Хорошая, добротная команда, которую нужно обыгрывать. Просто так катком по ним не поехаться. Плюс тренерский штаб тоже изучили нас. Ну и поле, конечно, ветер. Это все не за нас было. Я уже повторюсь. Вы жалуетесь вот на поле. Скажите, вы сами будут домашние матчи до конца сезона принимать? Я не жалуюсь. Я просто констатирую факт. И сказать, что где-то есть лучшие поля, есть, но их тоже немного. Лучше на таком поле нашем, чем на каком-то искусственном хорошем. Я про это. Но я думаю, что мы здесь. Ну, конечно, хотелось просто здесь. Опять же, наши проблемы, проблемы как-то их решать. Очень много команд, и юноши играют, и сборные разные играют, и дивизия Б играет на этом поле. И понятно, что как бы за ним не ухаживать, тяжело в это время года привести его в нормальное состояние. Я даю себе отчет в этом. Поэтому, значит, за счет морально-волевых, за счет уверенности, за счет нагнетания темпа, ну, так получилось, что на 90-й забили. Слава Богу. А как вам атмосфера на сегодняшнем матче? Болельщики, фанаты? Настоящий матч, настоящая битва? Ну, матч, который, я думаю, нравится людям, нравится. Играем в футбол все равно для болельщиков, для людей, которые забить 5-4, да, тоже интересно. Много голов, много моментов. Но такой матч, который держит тебя до конца и не хочешь уходить домой, а еще добавили и смотреть, когда на самом деле идет такая бескомпромиссная борьба. Да, понравились болельщики, как болели, что наши, что зимбургские. Спасибо им огромное.